Друзья, интересная технология утепления дома. Сначала он, видите, в один кирпич, а потом тут, наверное, не хватило фундамента, положили доску, вот, уже 20-м блоком уже утепляют. Вон щели у них тоже. Ну да, не совсем прям идеально. Ну, у нас тоже. Щели. То есть вот доска, а как они ее ложили? Они ее крепили, наверное, как-то. А, они вот доску на металлические штыри. А потом, наверное, они все-таки будут убирать и чем-то здесь доливать, наверное. Вот. Видите, вот штыри они просто положили. Не Интересно. факт, что они будут убирать, я думаю. Интересно. Ну, скорее всего, изначально не планировалось это. В общем, друзья, мое мнение, что они потом эти доски будут убирать и подливать туда фундамент, опору. А вот жена говорит, что они доски оставят. Вот, а вы как считаете? Напишите свое мнение в комментарии, кто знает. Вот, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.